Друзья, всем привет! Я с обзором новых орхидей из магазина Воби. Покажу вам сейчас, какие красотки здесь на полочках стоят. И чем ближе, тем сильнее начинает биться сердце. И встречает, друзья, вот такая роскошная орхидеечка Ванда с роскошным таким леопардовым окрасом. Красивая орхидея. Очень красивые. Но посмотрите, сколько здесь желтых, белых, розовых фаленопсисов, гибридных фаленопсисов. Обалдеть! И среди них есть немало красивых орхидей. Вот, например, как вот эта Sogo Magic, друзья, орхидея. Очень интересная, необычная, крапчатая, похожая на Андору, но немножечко с другим окрасом орхидеи. Посмотрите, новые горшки. Я первый раз вижу в продаже вот такие вот граненые горшки. Посмотрите, многоугольные, сколько здесь углов. Наверное, все-таки практично их ставить друг с дружкой, чтобы грани соприкасались и меньше тратили места на подоконниках. Орхидеи просто бомбические. Я вам сегодня покажу очень много. Вот как, например, вот эта вот Сорента орхидея. Она чем-то похожа на Флориду Зун, солнце Флориды, но немножечко... О, какие корни, друзья! Я вчера вам делал обзор из Ашана орхидеи с роскошными корнями. Кто не видел вчерашний обзор новых орхидей, зайдите в вчерашнее видео, посмотрите. А сегодня вот Соби не менее привлекательные орхидеи. Так, вот это вот, наверное, Лаймлайн орхидея. Но потом ее поближе просмотрим. Цена фаленопсисов вот этих по 599 рублей. О, вот эту вот рябую орхидею, она меня постоянно преследует. И мне хочется назвать название ее, тем более, что я знаю название этой орхидеи, но постоянно вылетает из головы. Ох, какие корни, друзья, посмотрите. Обалденные корни. И вот этот вот граненый стакан, в котором она... О, 569 рублей орхидеи. Недорого за такую красоту. В таком необычном горшке с такими роскошными корнями. Я забываю, друзья, как называется эта орхидея. Еще раз, кто знает эту орхидею, напишите в комментариях. Так, о, вот это вот, друзья, орхидея. Очень-очень похожая на нарбоны. Но это, друзья, не нарбоны, потому что она заметно светлее, эта орхидея. Очень светлая орхидея. Даже не могу сказать, как она у нас и называется. Цена та же, корни хорошие. Шаг влево, шаг вправо, и можно ошибиться очень легко с названием орхидеи. Сейчас очень похожих друг на друга. Но вот это все-таки Лаймлайн, друзья, орхидея. Посмотрите, какая интересная, с таким нежным желтым окрасом, как желточек у яйца куриного. И тот же самый граненый стакан. Кора, вижу здесь. Архиата, по всей видимости. Замечательное основание орхидеи. Походу, недавно был завоз в Воби, и остались остатки. Но остатки не менее роскошные, чем, наверное, был, когда был завоз и было из чего выбрать. Всегда, друзья, после распродажи можно среди оставшихся орхидей выбрать нечто интересное. Вот, например, как вот это вот, друзья, орхидея, похожая на флиртейшн. Да, флиртейшн орхидея, флирт, интересная орхидея, такая вот, можно было бы сказать, что это Бухарест, но это не Бухарест, не Космополитен, это, скорее всего, флиртейшн орхидеи. Корни тоже обалденные, посмотрите, и основание этой орхидеи тоже прям такое четкое, зеленое, упругое, замечательное, чистенькое, ушки такие слонячие у этой орхидеи, красивая орхидея. Так, что у нас здесь еще интересного имеется? Я вам много чего покажу, друзья. Опять эта пятнистая меня преследует. А как же она называется? Давайте еще раз рассмотрим. Ну вот, болтается на языке. Не могу вспомнить, друзья. Вот честное слово. Не могу. Красивая орхидея в граненом стакане. Да, красивая орхидея. Вот у нас орхидея-кимоношечка.
Сейчас я вам ее поближе покажу. Кстати, кимоно буквально на полшага, наверное, отличается от орхидеи. От орхидеи Тайда Салум. Даже возможно, возможно, они одинаковы. Смотрите, какая красотка мне попала в объектив. Сейчас я вам ее достану, друзья. Орхидея Сан-Себастьян. Но причем, знаете, Сан-Себастьян с таким более насыщенным окрасом. Обалденно. Не жидким таким окрасом, стабильным, а вот таким, смотрите. Обалденная орхидея Сан-Себастьян, просто роскошь. Она еще, знаете, чем-то похожа на Good Time, орхидею Good Time. Но у Good Time, друзья, серединка желтая. То есть вот эти губки в серединке желтые. Вот это корни, ой, господи, вот это листья у нее. Посмотрите, какие огромные, да и корни тоже неплохие. Тоже орхидея в граненом стакане. Вот, друзья, вот, смотрите, слева орхидея очень, прям очень-при-очень похожа на Good Time. И вот я вам сравнение Сан-Себастьян показываю и вот с Good Time. Ну, похоже, друзья, на Good Time. Возможно, я могу ошибаться, но они очень похожи, эти орхидеи. И вот я вам их вместе поставил, чтобы вы посмотрели Good Time и Сан-Себастьян. Роскошные орхидеи. Так, 569 рублей. Идем дальше, друзья. Так, что у нас здесь в краб орхидеи? Это уже мы видели во вчерашнем обзоре в Ашане. Что у нас здесь есть интересного? Кстати, цена не намного дороже, практически одинаковая, что и в Ашане. Сейчас вообще все орхидеи в среднем около 500 рублей у нас. Так, сейчас я вам посмотрю, покажу вот эту орхидеечку Мелодия, друзья. Мелодия, орхидея Мелодия. Красивые, без обертки. Посмотрите, какие лошадиные уши у этой орхидеи. Ну, я имею в виду листья, просто роскошные. Вот сюда поставлю, пусть ее обуют. Так, вот эта вот орхидея красивая. Не знаю, можно было бы сказать, что это Паваротти, или можно было бы, что это орхидея Вивальди, но, друзья, это Лимонтрюкс орхидея, но что-то в ней, что-то есть особенное от этих перечисленных мной орхидей, точное название я не скажу. А вот еще одну сейчас покажу вам орхидеечку. Вот это вот, вот она, друзья, вот она. Сейчас я ее достану вам, друзья. Это Diamond King. Обалденная орхидея. Приноровиться ее вам показать. По-моему, она здесь в единственном экземпляре. Роскошная сортовая орхидея. Просто бомбическая. Спряталась среди розовых орхидей. Посмотрите. Посмотрите на нее внимательно. Она удивительного окраса, когда при рассмотрении вблизи. Такая вроде бы и рябая вокруг основания, осветленные лепестки. Это Diamond King, друзья. Очень-очень интересная орхидея. С таким вот атласными, ну, наверное, или полуатласными упругими лепестками. Тоже основание неплохое. Ну, правда, круглый горшочек здесь уже. Смотрите, какое все чистенькое, аппетитненькое. Ой, сочные такие корешочки в грунте. 569 рублей стоит. Красивая, очень красивая орхидея, друзья. Цвет чем-то, знаете, на Happy Coral похож, издалека такой немного розово-пастельный, может быть, да. Орхидея красивая, и бутончик есть. Но я вам сейчас покажу, где-то мне попадалось здесь на глаза, когда я прошел издалека, я видел орхидею. Так, нет, это не то, хотя тоже, друзья, красивая орхидея. Тоже какая-то, ну, тоже похожая на Diamond King, друзья, но она немножко другого оттенка. Может быть, даже она и есть, но оттенок, конечно, у нее другой. Очень похожий. Может быть, целлофан оттеняет, но тоже в неплохом, друзья, качестве. Ну, пойдем дальше смотреть. Найдем Кэрол. Вот она, друзья, посмотрите, какая она обалденная орхидея. Вот как будто бы она сделана из атласной ткани. Недавно я такую отправлял одной из зрительниц нашего канала. Это Happy Carol. Это вот, знаете, как Паваротти орхидею скрестить с орхидеей Монзой. И вот будет что-то среднее такое вот между этими двумя орхидеями. Получится вот это вот счастливая Карл.
красивая, очень красивая орхидея, мне нравится. Тем более вот с такими откормленными листьями, ушами осликов. Просто бомбическая орхидея, посмотрите. Она вот такой, знаете, ну прям атласный, атласные у нее лепесточки. И тоже посмотрите, в таком граненом стакане здесь лежит листик, непонятно. Он не прикасается к основанию, может быть это от нее, может быть другой, ну все вроде там чистенько, я смотрю, ну может быть от другой орхидеи попало, так бывает, хорошая орхидея. Так, пойдемте дальше. Ну как всегда, друзья, я вижу там вдалеке еще орхидею, вот мантрюкс, орхидея похожа на мантрюкс, друзья, посмотрите. Так, сейчас мы ее рассмотрим поближе. Вот что-то нет, но нет, все-таки не мантрюкс. Может быть, освещение падает так, знаете, и... да нет, все-таки мантрюкс, мантрюкс. Да, возможно, это, друзья, мантрюкс. Нужно рассматривать все-таки под разными углами и без упаковки. И вот, издалека заметил и не договорил мысль, что не обходится без вот таких вот старичков, друзья, классических старичков. Это, друзья, фронтера, роскошная орхидея фронтера. Просто обалденно, когда только-только она раскрывается, она имеет такой более насыщенный персиковый телесные оттенки, такие, знаете, интересные. Вот здесь видите еще и фисташковый фон. Но по мере цветения дальнейшего, через месяц, через несколько недель, через месяц-два, она немножко выцветает и становится в двухтонных цветах, остается она. Вот, 569 рублей, тоже неплохая цена. Так, опять вон так рябчатая орхидея на глаза попадается. Так и просится, купи меня, купи. Вот, еще одна фронтера. Вообще у фронтер очень много таких своеобразных окрасов, под окрасов. О, beautiful smile, друзья. Сейчас я вам ее достану, постараюсь показать поближе орхидею. Тоже сейчас в продаже у нас стала появляться вот такая вот. Это, друзья, смайл. Beautiful smile. Да, красивая, рябчато-рябая, светлая орхидеечка. Так и смотришь, и глаза начинают как-то это ломить. Ух, а корни какие, друзья. Корни прям аппетитные, темно-зеленые, насыщенные, просто... просто бомбические. Так, что у нас еще имеется здесь? Так, ну вот эту орхидею мы уже с вами смотрели в начале. Можно еще что-то выбрать. Друзья, белых вообще орхидей великое множество. И алабастеры есть, и многие другие белые орхидеи. Так, 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 так. О, вот она тоже обалденная орхидея. Это Мерона. Роскошная, в крупный лиловый такой горошек, скажем так, белая орхидея в крупный лиловый горошек. Сейчас выкопаю ее, покажу вам. Вот она, это Мерона. Отличается тем, что вот у нее вот такие вот пятна, крупные пятна, ближе к кружочкам с такими вот. Ну, кстати, не в плохом она состоянии, очень даже вкусная, я бы даже сказал, орхидея интересная. Вот я ее на крупный план показал вам, в каком она росте, где-то сантиметров 80 у нее цветонос, сама орхидея, сами цветочки где-то около 8-9 сантиметров в диаметре. Красивая орхидея. Но, конечно же, хочется смотреть на орхидеи, прежде всего, без упаковки вот этой вот, чтобы со всех ракурсов ее отснять, отфотографировать. Очень красивая, как будто капнули краской, да, на влажную ткань, и вот, или бумагу альбомную, да, и расплылись вот эти вот кружочки, точечки. Так, пройдем еще. Да, Happy Coral не дает мне покоя, тоже красивая вот она орхидеечка. Так, что еще имеется? Венозные такие орхидеи, опять рябчатые. Внизу здесь, конечно, стоят у нас. Опять Happy Coral у нас стоит. Так, орхидеи, друзья, все-таки немало красивых, обалденных. И после распродажи всегда что-то остается интересное. Вот такие вот, друзья, у нас орхидеи. Второй день подряд я балую вас обзорами, ценами, показами.
скажем, орхидейных мод в наших сетевых магазинах. Вчера был Ашан, сегодня Оби. Заезжал, к сожалению, в Leroy Merlin, но там что-то совсем у них сейчас с завозами не задается. Ну, либо я не попадаю. Еще одна орхидея Мелодия. Все, друзья, вот такой вот на сегодня обзорчик. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья. И прям вот в этом море нырнуть бы орхидеи. Всем пока!